приближаются вплотную и незримо проходят сквозь нас. Вот здесь, в точке наивысшей неопределенности, негарантированности и неподтвержденности человеческого существования, впервые обретается известная ясность, просветляется мировая ночь. Реальный до ужаса смысл нашего бытия не в мире, а где-то между мирами, не в очерченном бытие, а в смещении и становлении, не в обустройстве домашнего, а в беспочвенном странничестве. Если я правильно тебя понял, речь вовсе не идет о том, что наконец